Ну что, как вам такое сновидческое путешествие, а, ребят? Я на мост, и тут еду Back Obey Ond какой-то. Он, кстати, дерисовали, смотри, как вообще эффектно. Так, я подбираюсь к своей буковке П. Так, аккуратно, аккуратно. В общем, он неплохо очень лазит по горам, но, конечно, на очень больших, крутых этих он устает и начинает, конечно, буксовать. В тумане ничего не видно, заметьте, пожалуйста. Так, хорошо, хорошо. Смотрите, какие могучие стволы, вот, смотри. Это машина, между прочим, у нас двухэтажный дом высотой. Я, кстати, такую видел. Знаете где? В автосалоне Volkswagen. Volkswagen Das Auto. Вот так-то. Знаете, когда я видел, когда машину мы покупали, мы купили Hyundai в итоге. А, ну, ездили в Volkswagen посмотреть. Ну, посидел я в Polo, конечно, там не понравилось сзади, в Polo, что у меня голова упиралась в потолок. А, ну, и вообще нам отрекомендовали. Кстати, Михаил Михайлович, между прочим, про которого я уже говорил, это владелец BMW, он... А что тут-то творится, я не понял. Я тут, наверное, не проеду. Или проеду. Рискнем? Нет, подожди. Ага, можно рискнуть. Тут получается... Ну, в общем, он посоветовал Hyundai, все, я не на минуту не пожалел. Вообще, не на минуту. Машина абсолютно идеальна. Купил ее за 572 тысячи, ребят, со всеми допами. Это ее конечная цена. С парктроником, все стеклоподъемники. 1.6, она мощная достаточно, 123 лошади, вполне. Единственное, что, конечно, когда полная машина людей, она слабее тянет. Ну, а так... О, тем временем туман кончился. Ребятушки, она 14-го года. И 117 тысяч на ней уже прошел. Это весь пробег только мой. И я вам говорю, что верой и правдой она мне служила и служит. Где только я не ездил. Как говорится, езжу на тысячи километров туда и обратно. Помню, как это было все на Волге. Волга после каждого заезда требовала ремонта. Так, слушайте, ребят, понятно. А я ведь не хочу монстр своего терять. Что делать? Ну, в принципе, ладно, бог с ним. Пошли, будем проходить. Может, он и будет тут стоять продолжать. Ты едешь в Сан-Фиеро? Может, и еду, да, послушаем, что. С чемоданом что-то. Опа, этот у нас зарядкой занимается. Мир тебе, Станик, у меня все есть, что тебе нужно. Там, в космобазе. Спасибо, друг, вот, держи капусту. Еще чемодан с миллионом баксов. Кармический круг замыкается. А, вот машина, правда. Все идет по плану. Возвращаюсь к истокам. Да, Back to the Roots, как мне написали. Только не горловое пение. Блин, чувак, там свалено тонны две этой хрени. Ну и чё? Три Рамаяна. Что это, мать твою, за звук? Наркотолик, ты крыса вшивая. А, вот сейчас нам дадут первый раз. Сейчас нам дадут базуку. Это чё? Что за хрень? Спокойно, братишка. А, это плохой камень. Да-да-да, это все. Сейчас мы будем поджигать. Только дождь идет, еще не знаю, как они будут поджигать. Так, погнали.